нахуй кучу рыбы. Огромную кучу рыбы, которую вам некуда складывать. Олег уже словил. Там и некуда. И у него шел ящик здоровенный. О! Блин, вот это тема. Хороший. А точно же, ё-моё, я сказал, что кусок в кусок. Кто-нибудь прыгните на неё и заберите её. Срывается, да? Блин, а за нижнюю попробуй. Ну-ка. Ну-ка. Поэтому надо пробовать. Ты слышал? Травы много. Приперся. Владислав пунживает щучку. Ну-ка, хорошая щучка. Да, щука тут есть. Так, я вернулся в Янао. Мы собираемся на речку. Мы уйдем в далекие дали там. Возвращаться будем непонятно как, по течению. Было принято решение, что возвращаемся по течению. В этом районе, на перекатах Нельмола. Так, ну вот мы прибыли на место. Владислав. Водитель. Привет, водитель. Вот так вот. Ехали мы километров примерно 100. 100 по херовой дороге. Но ничего, от того стоило. Место. Место потрясающее. Блин, я чувствую тут рыбу. Чувствуете запах? Да-да. Это пахнет ей. Это пахнет ей, да. Так. Забираю вот это с прицепа, я поехал. Мы решили, короче... Не оставаться ночевать, а сразу поедем ловить. Да, Владислав? Ну, конечно, я снимаю. Мы сразу едем ловить. Вот так вот, Владислав. Огромную кучу рыбы. Огромную кучу рыбы, которую нам некуда складывать. Складывать нам ее некуда. Ладно, все, я поехал. Да, давай. Мы недолго думали. На, возьми спальник. Недолго думали и решили не терять время на сон. Сон для слабаков. Да. Все, мы отправились. Сейчас мы пойдем сколько километров? Много километров пойдем вперед, а? 600 километров вперед, вверх по речке, а потом сплавом потихоньку. Уберемся в льдину с белым медведем. Да, и потихоньку там сплавом обратно будем возвращаться к ноябрю, примерно к ноябрю. И будем троллить все время, и вперед, и назад, и вперед, и назад. Все, мы погнали. Мы пошли первую мель, нас она не остановила. Трудом. А каким трудом? Не слушайте его. Все было легко и просто. И теперь мы идем вверх. Вверх по течению. Да, я даже ноги не замочил. Все, пошли. Вот мы добрались до места, до которого хотели. Такая вот старица. Ой-ой-ой, держись. Держись. Держи меня. Вот, до старицы дошли. Сейчас будем пробовать ловить. Сейчас мы начнем уже ловить. Ну кто-то, а кто-то спать пошел. Олег уже словил окуня. И у него ушел ясь здоровенный, да. У Влада пока ни одной поклевочки не было, у меня тоже не было, поменял что-то блесенку на другую. Поставил Blue Fox двоечку, желтенькую. И сейчас буду пробовать ловить ей. До этого у меня была пятерочка. Тоже вертушка. Рубка, конечно. Просто жесть. Олег? Ну а в кого? Щуки что-то тут нет. Так как мы поняли, что сил нам, возможно, не хватит вытащить огромную щуку, мы решили подкрепиться. На. Только что в лесу задрали какого-то, не знаю, кого там. Оленя или кабана, да? Но нам-то неинтересно. Мы вообще-то ужинаем. Сменили мы место дислокации. Мы идем туда. Потому что тут вся рыба на самом деле. Нам только что сказали. Взлетающие недалеко утки. Утки, да. В какой мы травке здесь находимся. Тут главное, конечно, не утонуть только. Тут довольно глубоко. Сейчас попробуем кинуть пару раз. Посмотрим, как оно будет. Сейчас вертушечка, а тут все трава. О, есть что-то.
Акушок. Ну такой. Нашли место окуневое. Поймали уже, наверное, кушков 5 на нем. И продолжаем ловить. Так, дайте-ка я кину, куда надо. О! Ха! Блин, вот эта тема. Окушки-то еще хорошие такие. У кого есть? А, щучка, смотри, щучка первая маленькая. У кого есть рядышком этот? Опа, красавица отцепилась. Только трактор хочу. Чипчики, у кого рядышком есть? У меня в этой белой штуке. Че, походу, рыба проснулась? Мы их тут реально раздраконили просто. Рыба проснулась, да? О! Понеслась! Блин, что-то хорошее ж такое ощущение, или что, или у меня... Оп, вот такой вот кушок. Ладно, аккуратно. Сразу же, блядь. Херачит? Только плюх от блесны слышит и сразу садит. Что-то мы тут так это... Все в куче друг над другом. Оп! Главное, Иван обзвонит. Так вот, что ты делаешь, Иван прям подо мной стоит. Меня берегите. О, какой красавчик. О, какой. Опа! Есть! О, какой хороший кушок. О, какой. Танцует, как он тут. А, точно же, ё-мо, я сначала думал, окушок. Так, надо его нам? Мне нет, точно. Я вот окуней буду брать, а это нет. Нужен тебе? Да, нужен. О! Да? Такое ощущение, что не окунь. А, нет, окунь забагрил его. О! Щучка опять маленькая. Блин, ну отцепись сама, а. Будь добра. Ну. Не, не глаз, у меня просто этот глаз слизится от этой фигни. От... Телефон? От... Телефон она тебе зарядила. Ну, брызг не видно. Блин, щучка, блин. Тихо. Да, тихо. О, щучка какая хорошая. Ну-ка. Пошла. Хо! О! Это кушок. Небольшой. Такого, наверное, даже отпустим. Кушка. Маленький. Поранил его чуть-чуть. Он там хороший. Вот это кушок. Хороший. На воблер. На воблер. Так, а вот этого кушка мы отпускаем.
О! Случилось, что они сюда подошли. Потому что мы с Олегом сюда же кидали. Здесь же никого не было. Так они же, окунь же это, перемещается, ходит. А когда ты сюда пришел, они приперлись. Блин, у меня так и яйца отмерзнут. Холодно? Да, холодно. Не май месяц вообще-то. Мелкий вообще. Вообще мелкий, говорит. Раньше таких ловил, радовался. Это было раньше. Так, взяла какая-то щука. Хорошая щука взяла. Ух. Как-то надо ее забирать. Пока как, непонятно. Взяла в самой траве, почти у ног. Блин, хорошая. Видел? Кто-нибудь прыгните на нее и заберите ее. Все, подожди, не подходи, ты ее это, выгули чуть-чуть. Блин, она вообще хорошая, я вам скажу. Подождите, она еще не вымоталась, не, она сильная собака, смотри, пошла, блин. А где ты ее выкатил? Прям здесь. Вот прям под ногами она взяла. Она мне тут схватила, я чуть не прыгнул, бля, я думал, медведь. Возьми, пожалуйста. Влад, у меня в этой белой штуке есть щипчики такие. Щук хватать. Давай. Погуляй еще, погуляй. Да. Сможешь схватить? Запасть получается. Пальцем разжимаешь, хватаешь ее и отпускаешь просто пальцы, все. Ух! Надеюсь, это видно на видео. Приятно посмотреть. А, ты еще снимаешь? Конечно, я немножко уделил внимание камере и включил ее. Хорошая. Не, сейчас она пусть еще помучается, потому что она явно это... Она сидит-то вроде нормально. Мне страшно. Мне страшно. Блин, я надеюсь, это у нее последние такие эти рывки. Потому что она прям что-то сейчас хорошо так. Самое главное, голову там это самое. Так. Все, взял? И больше не нажим. Нет, не так. Да я понял, что не так. Я случайно. Да. Случайно получилось так. За ним. Блин. Зависло, ушла. Ай-яй-яй. Только, блядь, не за водку. Ой, родимая. Давай, второго шанса не будет. Что-то, мне кажется, она уже это как-то. Блин, какая же она сильная-то, а? Ну, а я гирями занимался, щука. Вообще-то. Так-то, кто не в курсе. Если что, я эту штуку в своей сумке пристегнул. Если упасть, это есть в сумке. Она оторвет там все. Срывается, да? Блин, а за нижнюю попробуй. А, кстати, за нижнюю надо, верхняя, смотри, она такая пологая. Блин, ты смотри, как полу... Давай, хватай. Влад, аккуратнее, только чтобы она еще блесной не похерачила лодку. Я понимаю. Держишь?
Ну, пробуй вытянуть ее. Я не знаю, за что ее хватать. Нет, ты... Все, вытягивай, попробуй вытягивать. Вот, затягивай. Все, все. Так затягивай. Дубасти, так дубасти ее чем-нибудь. Все, все, уже не сдернет. Подожди, подожди, сейчас, блядь. Блесну, давай блесну, цепим. Блесну надо доставать. Ну-ка, кто у нас там? Она выпрыгнет, так вы чё, блин, да положи, ты её прихлопни, по башке ты ей настучи. Она же, а? О! Руби. Вот это черепуха. Она жива ещё? Да. Всё, 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 всё. Ты чё, наелся? Я это все снимал, убийство! Ну-ка! Блин, вообще! Ну-ка! Так, взяла на том же месте еще одна щучка. Вот она. О, хорошая. Такая небольшая. Килошечка, наверное. Вот. Сейчас как-то нам ее надо закуканить. Такая щучка вполне хорошая. Так, все. Еще одна щучка взяла. Опять на том же месте. Походу щука проснулась. Тут был окунь только что. Сейчас щука. Я не знаю, как так получилось, парни. Я случайно. Иван, мы тебя тараним. Ага. Ух, блин. Опа, опа. Извините. Так, а что, заберешь, да, щуку? Сейчас варежку одену, чтобы не выскользнуло. Сейчас специально какие-то, да? Ну, конечно, противощучье. Смотри, смотри, нормально, да, щука? Вот такая щучка. И что с ней делать? А? За нижнюю губу и затаскивай. Все, затаскивай. Слушай, ну он охамел. Вот этой пришлось шею свернуть сейчас. Слушай, я от него устал. Сейчас. Иванов, в смысле. Понятное дело. Понятное. Как ты ей шею свернул, интересно? А? А как шею сворачивать? Она мертвая. Ну, знаете ли. Ну, на всякий случай, да. Так, переехали мы на новое место. Вот такое. Интересная такая старица. Вот сейчас будем пробовать здесь ловить. Место кажется перспективным. На самом деле. Поэтому надо пробовать. Травы много. Какая-то щука здесь должна быть. Что, забирать тебя? А вы куда? Вот я встанем куда-нибудь туда. Туда подальше, да? Да. Ну да, заберите меня, пожалуйста, парни. А? На новом месте мы. Продолжаем ловить. Клевый так шок, но походу маленький. Уже двух тут отпустил. Щучка Владислава. Смотри, как она удушающую петлю. Обкрутилась, ой-ой-ой, говори. Ой-ой-ой. Блин. Смотри, опять щучка, опять на том же месте прям. Ну как так, обалдеть. Их уже 4 тут.
А мы тут шлепали да шлепали, сколько мы тут обходили, обалдеть. Вот так вот. Такие дела. Ты слышал? Ну, это какая-то маленькая щучка, это не там, мне кажется. Да. Вот такая маленькая щучка. Так, у нас перерыв на завтрак. Поэтому мы достали всю еду, которая у нас есть. И сейчас срочно ее съедим. Вот такое местечко нашли. Вот такой ясь тут у меня. О. Хороший. А! Мы тут! Слушай, тут клюет, Влад! Тут раздача! Раздача тут! Мы тебе просто не говорили! Чтоб ты сюда не приперся! Так, Владислав выуживает щучку. Да, хорошая щучка. Килограммовенькая. Да, килошечка. Прям вот под бегтом взяла со второго раза. А зачем ее так прям намотал-то это? Ты бы ее сдал бы ее чуть-чуть? Или так вытащишь просто? Угу. Блин, хорошая щучка. Такая плотненькая, нормальная. Так, блин, на ножницы я Олегу отдал. А, он сожрал, вот да? Такая щучка. Хорошая килошечка. Мы в очередной раз поменяли место дислокации. Так. Так. О, давай так. О. Все. И идем ловить. Вот туда. Мне кажется, тут классно. Ну как? Вон, смотри. Смотри, какая глубина. О, что-то есть. А, кушок. Вот такой вот кушок у нас. Все. Встал. Так, пойдем доставать. Так. Опачки. Ё-моё. Вот лучше так сделать. Блин. О, что-то есть. Щучка. Вот такая вот. Такая. Свечки тут делает. Давайте еще кинем. Нам тут еще что-то есть. Так ты же можешь тот берег обходить, который вот крут, этот, ну. Там, где лодку оставить? Да. Там же тоже этот заводь идет. Только она большая просто. Ну там и щука большая, аккуратно.
Да. Это хороший уже. Так. Что у нас тут? Щучка. Мы отпустим, сейчас постараемся аккуратненько ее. Да-да-да. Вот такая щучка. О, пускаем ее. Опа! Ушла. Да, щука тут есть, конечно. Она тоже небольшая. Вот сечка какая. Будем освобождать. Так, мы продолжаем ловить рыбу. Зашли еще в одну курью. Ух ты, что-то глубоковато здесь. Блин, я тут утонул, мне кажется, уже. Сколько-то окуней и сколько-то изей и подъездков. Рыбачили. Просто прекрасно. Вот так.